Всех приветствую на канале Blockchain. Сегодня у меня третья часть обзора ICO проекта SUM. В конечном итоге компания стремится согласовать условия мобильных платежей, собрав большинство успешных поставщиков мобильных приложений во всем мире в одно приложение SUM Pay. Между тем, SUM Pay создала механизмы вознаграждения на основе монеты SUM, чтобы не только снизить расходы на оплату транзакций своих аффилированных продавцов, но и поощрять использование четвертого поколения блокчейн и SUM среди торговцев. Наконец, SUM Pay станет первым проектом, который воспользуется четвертым поколением блокчейн для разработки мобильного сервиса и криптообработки. Эта услуга позволит клиентам и торговцам выполнять транзакции в магазине посредством криптовалюты по своему выбору. Услуга будет внедрена в SUM Wallet и современный POS-терминал под названием XPOS. Мошенничество с картами, такое как дублирование карты, может быть предотвращено. Личная информация может быть защищена. Обеспечиваются более быстрые транзакции, чем в банке. Поддержка быстрых трансграничных транзакций. Низкие комиссионные, никаких банков и третьих сторон. Не нужно беспокоиться о высоких трансграничных комиссиях. Полезно для розничных торговцев и клиентов. Также система полезна для стран, где банковская инфраструктура находится на низком уровне. На этом я заканчиваю обзор ICO проекта SUM. Для получения дополнительной информации переходите по ссылкам в описании. А я с вами прощаюсь. Всем пока!